сегодня первый день победы, первый из 75, которых не принимали участие в церемонии возложения ни один ветеран Великой Отечественной войны. Только для того, чтобы их сохранить, сберечь, чтобы они были и пожили еще с нами. Сейчас! Народу-победителю слава! Слава! Великой победе слава! Слава! Ветерану Великой Отечественной войны, кавалеру Ордена Отечественной войны первой степени, кавалеру Ордена Славы третьей степени, Петру Федоровичу ура! 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 День победы, как он был раздалек, как быстрее душу ставил далек. Мы березы, окалелые мы, этот день мы приближали, как могли. Это день победы, порохом пропах. Это праздник, сединою на висках. Это радость, со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. Европы прошагали пол земли, этот день мы приближали, как могли.